Параллельно декаде наук в школе номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова прошел городской конкурс «Игра» по информатике и физике, посвященный году кино. Мы решили в сентябре месяце на первом методическом объединении городском, что будем проводить игру. Так как в прошлом году был год кино, соответственно, мы решили, что игра будет посвящена году кино. А так как наше МО информатики и физики, значит, соответственно, нам нужно было связать год кино с информатикой и с физикой. Игра состояла из 4 конкурсов. Все конкурсы были так или иначе связаны с кино. Ребята могли проверить свои знания в викторине по истории кино и проявить свою смекалку в конкурсе о физических явлениях. Была выполнена нарезка кадров из фильмов. Нужно было найти и назвать все представленные явления в данном кадре. По поводу информатики тоже никак нельзя было пропустить этот момент. Долго думали, что либо взять звук, звуковые там файлы разные нарезать, либо еще гадали, в конце концов пришли к мнению, что социальные сервисы, но сначала социальные сервисы говорили о том, что как бы вроде бы можно применить. Потом решили сервисы интернета. Например, в первом ролике показан был сундук. Это файловое хранилище, например. В игре приняли участие все школы города. Всего 7 команд. Из 2-й и 13-й школ по 2 команды. Участие приняли не только школьники, но и все учителя информатики и физики. Они тоже внесли свою лепту при составлении программы проведения конкурса. Одни нарезали кадры из фильмов, другие составляли презентацию, а кто-то подбирал стихи. Работа шла полным ходом. Очень хорошее мероприятие, очень нам нравится, очень весело. Интересно, школы объединяются как-то, стараются вместе что-то подумать, все смеются, интересно. Нам понравился последний конкурс, где логика. Да, где нужно было угадать, мы сидели, просто смеялись, вспоминали. Не везде, конечно, угадали, но интересно было. Спасибо большое организаторам, которые организовали этот конкурс. Нам было очень интересно, очень были интересные задания, разнообразные, то есть не из одной сферы какой-то. Спасибо тоже учителям, которые нас позвали сюда, было интересно, много узнали. Познакомились с кем-то. Спасибо. Когда конкурс, игра или викторина представлены в игровой форме и связаны со всеми любимыми и знакомыми фильмами, то они вызывают большой интерес и желание изучать, понимать, а самое главное – участвовать в таких мероприятиях. Оказывается, что такие школьные предметы, как физика и информатика, могут быть очень интересными, веселыми и познавательными. Мне понравилось, мне кажется, что это очень интересная задумка, и я думаю, что такие мероприятия можно проводить при любой возможности. Это мероприятие очень понравилось. Здесь мы вспомнили очень много фильмов и советских, и современных, и хотелось бы, чтобы чаще проходили такие мероприятия в нашей школе. Мы хотим поблагодарить учителей разных школ за то, что они придумали такое интересное мероприятие, которое развивает наше познание. Я соглашусь, конечно, и хочется сказать, что всегда хорошо, когда люди смотрят фильмы и учатся всему тому, к чему призывают режиссеры и сценаристы. И то, что учителя призывают к этому детей, это очень хорошо, и я их поддерживаю, и хочу, чтобы они продолжали этим заниматься. Победителем конкурса стала команда «Прогресс» школы номер 2 и получила диплом первой степени. Второе место у команды «Женя и 4D» от школы номер 37. И третье место заняла команда «Принцы дисперсии» от школы номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова.